В Нижнем Новгороде третий день идет борьба за чистоту на дорогах. Только за 10 января выпала почти месячная норма осадков. Если центральные дороги удалось привести в порядок, то во дворах уборка продолжается. Ну там есть, Славик есть, еще. Много тут дворников, да, работает. Сейчас снег там много, поэтому сейчас немножко много работает. Снег зимой он не это. Это, как говорится, не ЧП. Это закономерное, нормальное дело. Более 1000 дворников мы направили на борьбу со снегом. При этом порядка 60 единиц тракторной техники задействовано на подметание дворовых территорий и также порядка 12 единиц привлеченной техники. Мы видим, что такого снежного января, точнее начала января, у нас давно с вами не было. Поэтому, с одной стороны, мы как жители радуемся, а не радуемся лишь только за наши коммунальные службы. Ситуация сегодня тяжелая во дворах, и задача ставится перекинуть эту технику во дворы, но нам нужно время. То есть, если 1-2 дня не будет снега, то вся техника уйдет во дворы на постоянную работу.